Денис из Москвы спрашивает, во время подъема мы должны искать хессароны. Есть ли хессароны, которые мы берем от нижних, занимаясь распространением? Нет, подъемы и падения наши индивидуальные не имеют отношения к внешнему распространению. Не нужно связывать одно с другим. Внешнее распространение — это то, где должен быть, как распорядитель, как нянька, как учитель. Не нужно чувствовать там ни падений, ни подъемов. Я ежедневно должен быть там на связи, исполнять все, что необходимо, предоставлять им все, что от меня требуется. А внутренние мои состояния — это мое. Желательно то же самое осуществлять относительно товарища. Товарищи должны все время чувствовать меня в поднятом настроении, с важностью цели, оказывающим поддержку, радостным. И иногда надо играть для этого, даже очень прилагать усилия. По крайней мере, сказать, ну, я немного сегодня устал. Так, немного. Но не давать им, кроме физических причин, внутренней, изнутри, я всегда только вперед. Нужно показывать пример. Если я не показываю им хороший пример, в ту секунду, когда я мог показать им хороший пример, но этого не сделал, все их состояния за мой счет, моментально. Потому что это как смежные, сочетающиеся сосуды. И их хессароны становятся твоими дополнительными хессаронами. Это очень важно.